Если удалось ребенку поставить самооценку под вопрос, то есть сделать самооценку зависимой исключительно от мнения мамы. А дальше уже, конечно, общество, там, школа, как коллективная мать берет на себя, ну, как бы этот функционал. То есть, потому что обесценивающие училки делают ту же работу, что и нарциссическая мать. Понимаете? То здесь каково развитие сюжета? Или ребенок становится СН, или ребенок становится ПН. СН, я, понимаете, любая схема является упрощением. Я сейчас дам вам основной рисунок, а детализация уже, это уже вопрос вашей фантазии. Скрытый нарцисс – это что такое? Это неуверенность, это страх проявляться, страх рассказать о себе, чувство собственной вины перманентное, чувство неполноценности, синдром самозванца. Я говорю о нарциссизме как расстройстве личности и нарциссической акцентуации, особенность черты. Страх показать себе, страх проявиться, ощущение собственной нелепости, что не ляпну, все не впопад, не знаю, как с людьми разговаривать, не знаю, как подкатить к незнакомцам, не знаю, если человек интересен или нравится, как об этом сказать, как будто это стыдно что-то. Это скрытый нарциссизм. У него есть свои там черты, свои особенности, при этом внутри существует убежденность, что я особенный. Это хорошая убежденность. Но меня никто не ценит, потому что общество больно. Вот когда вы слышите, что общество больно, больное, что настоящие таланты не ценят, что честные люди не могут заработать денег, например, там, вот это ругание реальности, отрицание ее, это скрытый нарцисс. Вот. Когда человек говорит и как будто бы извиняется излишне часто, можно сказать, ну, я вот, конечно, может быть, и не прав, вот это вот. Вот в таких паттернах оно проявляется, и в жестком виде это, ну, глобальное одиночество, непонятость. Но, смотрите, у скрытого нарцисса существует некий внутренний раскол на, как это показать, не знаю, на осознание своей мелкости, жалкости, ничтожности и попытки изобразить из себя нечто невообразимое. То есть такие люди могут, ну, накачаться, как бы, ну, изобразить из себя нечто сильное, важное, умное, значит, произвести впечатление, что они там с Аллой Пугачевой лично знакомы и вхожи в кабинет администрации президента, но и знакомы там с кем-то из Кремля, понимаете, может быть, или из известных тренеров, коучей, то есть в зависимости от сферы, где котируются, то есть они изображают. Они здесь могут выдать какую-то крутизну, но очень быстро их крутизна обнаруживается, ну, что это просто понты, да, и люди как-то аккуратненько отстраняются от них. Но они внутри безэнергетичны, они не могут проявлять инициативу, кроме случаев, когда находят какого-то человека в роль батарейки. Вот я сейчас немножко тут. Если там внутри нет батарейки, нет силы жить, и им нужен какой-то человек, который помог бы им. Но если это честный ход, например, у меня нет сил жить, или я, например, не чувствую полноценность, если это обычный, ну, скажем, невротик, он честно удовлетворяет свои потребности и говорит о них. Если это скрытый нарцисс, он очаровывает для получения доступа к ресурсу другого человека, но впоследствии он этого человека непременно должен будет обесценить. Таков сценарий вот скрытого нарцисса. То есть он
располагая к себе жалостью, вот, он ведет себя так: мне плохо, но я ни в ком не нуждаюсь, я привык к своей такой участи. И знаете, люди с такой здоровой эмпатией ведутся на это, говорят: ну ничего, все наладится, иди обниму, понимаете? Вот он в этом смысле является такой, ну как бы втягивающей черной дырой. Да. Вот. Но когда к нему проявляют внимание, он или она может сказать: ладно, не надо мне. Нет. Ну такая вот жизнь у меня, вот такое сложилось, такие отношения с мамой были. Вот. Скрытый нарцисс может своего интимного партнера, психотерапевта, друга или подругу превратить в источник ресурса, и человек, притянувшийся к ним, ну, будет туда давать и давать, и заботиться, и он строит, он пытается построить отношения с мамой, реабилитировать отношения с мамой, реже с папой, за счет учителя, психолога, интимного партнера, друга, подруги. Он не может строить равные отношения. Он хочет построить маленькие отношения, чтобы было ему, чтобы его было жалко, чтобы о нем была забота, чтобы его спонсировали дополнительно. И делает это мастерски, потому что действительно такого человека жалко. Думаю, сейчас пожалею, помогу, вложусь в этого человека и одним добрым делом к себе плюс 5 карме заработаю. Но дело в том, что все, что этот, ну как бы, понимаете, этот не стремится, он как бы, ну это больше похоже на соблазняет. Но настолько неявно, что ведет себя, ну как будто хочется дать этому человеку, позаботиться о нем. Есть ли у вас какое-то такое любящее сердце? Или существует некоторый избыток эмпатии? Об этом мы тоже поговорим. Он показывает, что у меня тут выбоина, и человек с избытком эмпатии начинает ему давать. Если они становятся супружеской парой или близкими друзьями, в какой-то момент, чувствуя свое униженное положение, что ему дают и дают, и, с другой стороны, наполнившись, задача нарцисса впоследствии будет обесценить этого интимного партнера, сказав, что он его использовал. Сколько сюда теперь, сколько этот добрый, хороший, светлый не будет давать сюда доброты, любви, какой-то заботы, это будет бесполезно. Знаете почему? Потому что у нарцисса внутри существует черная дыра, то есть, ну как черные дыры в космосе, понимаете? Куда все, что не вкладывай, оно вытекает. Я люблю тебя, я ценю тебя. Ты дорога для меня, ты, ну, дорог для меня. Давайте сейчас в мужском роде, да, там, вот, и так далее. Это не аккумулируется здесь, потому что здесь дырка. И вытекает это все. Ну, бесконечно. Сколько сюда не давай, бесконечно. Теперь вот об этих людях, которые становятся их партнерами, скрытых нарциссов. Это люди с нарциссической травмой, ну, где-то процентов на 80. Но не нарциссы, но с нарциссической травмой. Это люди, которые выбрали, нередко выбирают путь служения другим людям в помогающих профессиях. Почему? Потому что как бы я понимаю, как бывает трудно, когда людей не понимают, не любят, и я вот буду служить другим, чтобы мира и добра было больше. На самом деле гиперэмпат, человек с большой эмпатией, пытается таким образом долюбить себя через то, что он будет давать другим людям, и как будто бы боженьке это станет приятно, и он скажет: ну ладно, с тобой все в порядке. Люди нормально воспитанные, вот, идут в помогающие профессии от хирургов до педагогов, например, там, от психологов до тех, кто кормит бомжей, из трезвости, а не из эмоциональной потребности, из здорового осознанного выбора. Но это каждый раз трудно понять. Поэтому сколько волка не корми, он смотрит в лес. Сколько нарцисса не убеждай, что я вас
Татьяна Викторовна, люблю, принимаю, ну, или там, там Дмитрий Александрович, или, например, там Сергей Николаевич, или Анастасия Филипповна, вот, да, или Александр Олегович. Здесь Александр Олегович нарцисс, но он не нарцисс на самом деле. Здесь не аккумулируется. Все выливается, и в какой-то момент вот у этого самого нарциссика возникает нежелание от этого человека брать, получать. И идет дискредитация, обесценивание и ярость, гнев на этого человека, который когда-то его пригрел. Это понятно, да? Понятно ли я объясняю? Удается ли в чем-то, хотя бы, хоть в ком-то из них, хоть в родителе, хоть в этом обнаружить себя чуть-чуть? Конечно. Вот. Итак, скрытый нарцисс. Ну, поскольку у него в душе пустота и надо кого-то еще, тогда, напитавшись этим человеком, обесценив того, кто любил тебя искренне, может быть, бескорыстно, а может, чуть-чуть корыстно, но больше давал, чем брал. Нарциссу нужен новый ресурс. Но как только ему удается отвергнуть своего вот этого партнера, он чувствует колоссальную силу за счет того, что видит, как он страдает. Он видит, как он страдает через отвержение. И он говорит: офигеть, я, оказывается, сильный. Я сильный, я могу так отвергнуть, что другому будет больно. Значит, я сильный. Но это чувство силы длится недолго, потому что черная дыра здесь остается не закрытой. И нужен еще один человек, которого очаровать, влюбить, обесценить, чтобы на какое-то время почувствовать, что я полноценный человек, который может делать, доставлять эмоциональную боль другим людям, и через это чувствовать свою силу. Я здесь оставляю черную дыру открытой. То есть здесь не аккумулируется. Сколько нарциссу не говори: вот ты прекрасно выступил, ты записал прекрасное видео, смотри, сколько людей посмотрели это. Вот ты сделала прекрасное платьишко, пошила своими руками. Этого хватает на совсем немножко. Ты очень ценный человек в нашей команде, говорят нарциссу. Вот. На какое-то время хватает, но потом вся энергия проваливается сюда. Теперь мы вот про этого поговорим. Юлия, не знаю, видно вам, да, картиночка? Смотрите, перверзный нарцисс. У него тоже, ну, сильная нарциссическая травма. Если это нарцисс, то тоже мама, ну, выила внутреннее содержание и обесценивание. Вот этими всякими маленькими вещами, смотрите, иногда мама может быть более-менее хорошая. Но слово «мама», сказанное в сердцах, например, ну что-то у меня за бестолочь такая. Каждая мама этим грешила, да? Ну слушай, ну у людей дети как дети. Вот моя любимая фраза здесь. Вот у тети Вали сыновья, да, вот мне нравится, да? А вот ты вот как-то вот, ну чего ты меня позоришь? Позоришь меня, да? Во что ты вырядилась? Боже мой, кто так одевается? И вот это взрослому уже, например. Никак не наведешь у себя порядок, у тебя бардак в доме. Вот, вот матери не было, мать была, не было бардака. Сейчас я приехала, опять бардак. Вот этими всеми вещами нарциссические матери подтверждают и подтверждают травму нарцисса, что он неполноценный. Нарциссические отцы тоже, скажи. Просто там еще одна очень важная штука, которая на ментальность вообще действует. У тебя вечно дурацкие идеи. Да, да, да. Вот это тоже, это прямо эта штука, она туда уже, в голову поселяется. Да, и любая творческая идея, которая рождается у ребенка, встречает такое материнское обесценивание. Причем. Как что придумаешь? А? Как что придумаешь? Да, 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 да. Просто, понимаешь, то есть мудрая мама понимает, что я человек из другой эпохи, из другого поколения, но это молодежь, они в чем-то лучше разбираются, вот, там, ну, решила пойти музыкант. То есть мудрая мама не препятствует ребенку получать новый опыт. Мудрый папа тоже.
Папа, кстати, отсутствующий, наносит очень сильную нарциссическую травму ребенку. Если папа сливается, уходит, например, из семьи, если говорить о папе табу, то есть таким образом обесценивая одного из родителей, говоря о нем плохо, вот, или почувствовав запах алкоголя от 14-летнего подростка, уже бы, как бы, ну, ребенок пошел в теневую сторону, она говорит, ну, все понятно, ну-ка, дыхни, все, будешь алкоголиком, как твой папочка. Вот. И если скрытый нарцисс жалостью соблазняет, жалкий, недостойный, то перверзный нарцисс понимает, что это нарциссический ресурс. Давайте дадим определение. Нарциссический ресурс, что такое? Это внимание, некоторая любовь, некоторая эмоциональная сопричастность, личная заинтересованность, обращенная к конкретному человеку. То есть, ну почему мы говорим нарциссический? Нарцисс — это для него жизненно важная энергия, потому что своя не вырабатывается. У перверзного тоже. Перверзный более экстравертен, этот более интровертен. Более активен в проявлениях. И перверзный нарцисс добирает от того, кто решил его спасти, добирает скандалами. Скандалами, претензиями. Выносом мозга. Как я могу спровоцировать вот эту энергию нарциссическую? Способов много, но, например, один из них, да? Я то ближе к тебе, то дальше. То вроде мы вместе, то что-то я расслился на недельку и не предупредил. То есть, когда, например, человек не приходит на свидание или пропадает без видимых причин, другой человек в это время думает, что вот это тут. Что я не так сделала, что я не так сделал? Может, он подумал, что я толстый, может, некрасивый. Ну, пожалуйста, вернись. Посылаются вот эти вот запросы во Вселенную, вернуть его. Начинается поиск через общих друзей, ну, как он там, ну, вот, узнай там. Начинается скроллинг в соцсетях, но это стратегия, причем она автоматическая, чтобы стянуть внимание на себя. Вот. Более эти тоже могут такое использовать, но более такой способ внимания это через скандалы, претензии, газлайтинги и какие-то интерпретации. Он может сказать, в прошлый раз это говорит, ты же пообещал. Нет, я не обещал. Да. Это ты спровоцировала меня, что я тебя ударил. Понимаете? Ты говоришь, ну а как же ты меня так матом, там, сукой назвал, тварью. А как тебя назвать? Как тебя в этом случае назвать? И они говорят из такой убедительности, что у тебя сомнений не возникает после этого, что ты сука и тварь. Еще очень важный момент. Это такая манипуляция. Что-то сказать, что не понравилось, ну, в поведении другого, вот того, и я не хочу это обсуждать, мне надо подумать и побыть одному. Ага. Человек вот с этим всем дерьмом, он остается. То есть ему не дали ни высказаться, ни прояснить ситуацию, и он остается вот в этом, и вот это вот все варится. А это ж энергия. И энергия эта отдается сюда на тонком плане, как бы сказали наши братья эзотерики. И поэтому в какой-то момент, дело в том, что вот и скрытый, и перверзный нарцисс имеют такие какие-то подсознательные механизмы удержания даже на расстоянии партнеров. То есть давайте так вот скажем, если нарцисс от вас ушел, а вам думается о нем, это следствие и вашей травмы, и возможно, что вас не отпускают, и вами питаются на расстоянии, как вот по принципу там Никола Тесла, у него там были всякие передачи энергии неконтактным образом. Итак, скрытый нарцисс, перверзный нарцисс. Сколько нарцисс не будет добиваться вашего внимания, вашего реагирования, вот это побыть одному, да, вот, сказать слова и как-то спрятаться и так далее,
вы никогда его не напоите, потому что здесь черная дыра, и вся ваша энергия улетает, давайте скажу, черная дыра более понятно, в унитаз. То есть сливается. Это если вы приготовили из очень вкусный суп, а нарцисс, даете нарциссу, а он это все сливает. Ну, хоть бы сам поел. Ну, он говорит, ну, а как супчик был? Ну, так себе, конечно. Вот, ну. И ты понимаешь, что вот за счет обесценивания, за счет придирок, перверзные нарциссы на каком-то этапе живут вот этой, ну, штукой, живут вот этой штукой, когда берут, например, от своего интимного. Тот же принцип, понимаете, тот же принцип комплементарность травм. Там травма спасателя, а здесь какая травма притягивает человека к перверзному нарциссу? И сейчас вам скажу. Желание быть хорошим, желание претерпеть, привет христианству, претерпевший до конца спасен будет. Желание страдать и быть мучеником ради любви. Ради любви, все ради любви. Вот. В конечном итоге желание доказать своей маме, что я хорошая, или что я хороший. Очень часто именно перверзные нарциссы и скрытые нарциссы комплиментируются с людьми с пограничным расстройством личности. Вот они идеальная парочка. Пограничник, только не тот пограничник, который границы государства, и нарцисс. Теперь вот важный. Скажите, друзья, вы узнаете что-то про себя и про ваших близких новое? Да. Четких градаций, где это нарциссизм как расстройство личности, и где это нарциссическое расстройство личности, о котором мы говорили уже много. Сейчас я описываю только те детальки, которые не были в предыдущих видео. Да, что такое нарцисс прежде всего? Это раскол. Не существует. Что такое нарцисс прежде всего? Это раскол. Опять же, на грандиозное я. То есть я грандиозный. Я офигительный. Я самая умная по всем вопросам. Потому что я в интернете могу найти и посмотреть. Понимаешь? То есть внутри там человек, да, и чувство своей ничтожности, нелюбимости, жалкости. Только способ добычи энергетического этого корма, ресурса от других людей разный. Здесь скандал, а здесь жалкости. Все понятно, да? Отлично. Вот мне, я сейчас упрощаю, и, конечно, это описание не будет исчерпывающим вне комплекта с другими моими и других авторов видео на эту тему. Энергетические всплески эмпатические и со стороны перверзного нарцисса, они могут быть дико энергетичны, и со стороны скрытого нарцисса идут за счет захвата энергии партнеров. Собственной энергетической батарейки нет. Вот у них. Вот. Но у перверзных, ну как сказать, та же история, что когда они находят новый ресурс посвежее. Потому что так или иначе человек в контакте с больным психикой истощается. И вот эта антилопа, которую ты отгрыз, ты тигр, который за жопу схватил антилопу, ты отгрыз кусок. И эта антилопа там раненая лежит, истекает кровью. Если прийти туда через двое суток, ну уже не то мяско, понимаете? Поэтому им интересно свежее мясо. И они представляют собой или объект для покровительства, спасения, или наоборот, ну как сказать, ценное, ну они ценны за счет вот этого самого ресурса, который есть у другого человека. Итак, мы эти два кружочка оставляем, смотрите, и начинаем говорить о процессе выхода, выздоровления. Процесс